Добрый день. Сегодня видео интересного характера. Называется немножко обо всем. Трактор ТЗ-14, насколько мы помним. 4К14, да? Значит, какие доработки он претерпел? Ну, само по себе, мы уже, наверное, не раз видели, что это двигатель. 1Y буквенным названием. 1.9. Посмотрим. Так, более точно подержу, чтобы вы все увидели. Топливный насос простенький. Флянчик мы видим. Вот такой вид спереди. Значит, причина разбора этого мотора — это неисправности и трещины в головке блока цилиндров. Но на этом мы обратим следующее видео более детально, так как головка сейчас находится в ремонте. А обратим внимание на некоторые другие моменты. Те, которые задаются в комментариях. Значит, сейчас делаем ответы на них. По поводу диска сцепления был у меня комментарий. Спрашивали. Вот, смотрите. Вот это у нас идет заводской диск слева от трактора ТЗ. Это у нас диск, получается, идет от А320. МТЗ-320, да. Подходит, не подходит? Наш лиц. Подходит. Видим, что подходит, да? Что этот? Ну и ступицу надену от этого. Все подходит. Разница в этих двух дисках — это в количестве заклепок. Здесь, если мы видим, их 6. И их вырвало. А здесь их немного больше. То есть, а диски сами по себе, ну, одинаковые. Значит, какое еще у нас в этом случае есть доработка? Вот здесь выступают штоки. Штоки. Из них постоянно течет масло из коробки. Вот наш мастер Мишуня сделал вот такую заглушечку. И теперь масло с этих штоков не течет. Так, вот эту доработку трактор перетерпел. Вот такие диски. Мы это увидели, это два момента, которые я хотел показать. Ну и третий, наверное, основной. Какая плита и как она выглядит. А, стоп. И еще здесь же становится эта корзина. Какая, Мишунь? Это Volkswagen, родная корзина. Немножечко с выработкой, но помоется, еще будет гонять. Значит, это у нас слева старый, получается, маховик. Что старый? Потому что у него зубцы слезало. А это другой бэушный. Подходит с Audi 80, да? На разборках их немерено. Вот как выглядит эта плита. Значит, получается, вот болтик у нас шестигранничек, вот шестигранничек, вот основному ушку, вот к другому ушку. Вырезается вот такая часть. Это все вытачивается.